Второе разворотное трамвайное кольцо открыли сегодня на новом рынке в Барнауле. По словам главы города Вячеслава Франка, работы выполнили раньше поставленных сроков. Накануне власти краевой столицы проверили ход работ. На сегодняшний день у нас на нашем трехпролетном путепроводе демонтировано 90% несущих конструкций. На восьмипролетном уже больше 40%. То есть у нас увозятся балки, производится разбор. Демонтирована вся контактная сеть, которая проходила у нас на мостовых сооружениях. Помимо этого, организацию движения общественного транспорта оценил глава общероссийского движения пассажиров Илья Зотов. Он отметил продолжительность действия пересадочного проездного билета. По данным общественника, 100 минут – самый долгий показатель в стране. Важно, что сейчас максимально органы власти работают в открытом формате, слышат жители и настраивают свою работу на то, чтобы создать максимально комфортные условия для их проезда. Все-таки должны понимать, что большинство граждан пользуются общественным транспортом в рамках города, и задача городских властей создать комфортные условия для этих граждан.